Приветствую вас, дорогие консультанты, дорогие партнеры, с вами Сафронова Ольга, и у нас с вами сегодня итоги и поздравления каталога номер 11, который прошел у нас буквально вот в воскресенье закончился, и сейчас мы с вами работаем по 12 каталогу. Итак, как мы закончили с вами каталог? Чуть-чуть поменьше, чем в предыдущем. Предыдущий был, конечно, у нас вообще бомбический. Но, тем не менее, мы удержали планку 5000 баллов. Общий итог, сделанный нашей командой, 5660 баллов групповой. Это товарооборот на 618 098 рублей. Это мы с вами сделали такой товарооборот нашей небольшой командой. Суммарный доход лидеров в структуре за эти три недели 98 108 рублей заработали лидеры нашей команды. Новых консультантов мы с вами пригласили 28 человек, из них 18 человек сделали заказы. Это, конечно же, очень хорошо, и нам помогла в этом акция от компании. Чуть-чуть попозже мы к этому еще вернемся. Жалко, что акция закончилась. Хотим, чтобы она продолжалась еще. Надеемся, что компания придумает для нас что-то интересненькое. Новички, 11-го каталога. Кутенникова Татьяна, Матвеева Надежда, Тронина Маргарита, Габдрашитова Ирина, Литвинова Кристина, Мельникова Алена, Толстая Ольга, Федяшева Ирина, Айбасова Алия, Житникова Юлия, Связева Татьяна, Бобылева Алла, Спиридонова Дарья, Гурьев Геннадий, Световая Клавдия, Хоменко Екатерина, Галинок Наталья, Грищук Надежда. Это новые наши консультанты, которых пригласили мы с вами, и они сделали у нас первый шаг в нашей компании и получат в подарок набор ICUL, который был у нас в предыдущем каталоге. И также у этих консультантов есть возможность пойти по стартовой программе. Чуть позже я покажу эту программу. Я думаю, что вы своим новичкам обязательно донесете эту информацию. По стартовой программе уже идут у нас Назарова Татьяна, Штин Лариса, Зайцева Татьяна, Левочкина Марина, Дедюхина Галина, Васильева Елена, Елфимова Мария, Березкина Юлия, Боровик Марина, Баранова Мария, Порецков Кирилл, Березкина Юлия, Жигунова Любовь, Дулич Елена, Черезова Нинель, Красноперов Александр. У многих уже стартовая программа закончилась и осталась программа Faberlic Club. Это тоже очень приятно и очень выгодно. Ну, о всех программах мы с вами еще поговорим чуть-чуть попозже. Итак, у нас с вами идет уже третий каталог. Три каталога уже мы с вами отработали по программе, по акции «Жара». С 9 каталога по 12 я объявляла такую акцию для всех консультантов, выполнивших условия. А условия – это каждый каталог 50 баллов, и получаешь одну букву из слова. Из слова «Жара». Так вот, у нас уже 14 консультантов собрали 3 буквы, и этот каталог для них завершающий по этой программе, и они получат набор из 4 предметов из серии Варио. А те, кто делают 100 баллов, получат набор из 6 предметов из серии Варио. Поэтому 100 баллов делать очень выгодно. Тем более, что у нас, кто делает 100 баллов, они еще начали получать уже мультиповар. И об этом тоже мы еще поговорим чуточку позже. И несколько человек включились в эту акцию в следующем каталоге и успели сделать только 2 буквы, получить 2 буквы. Это Зайцева Татьяна, Давыдова Мария, Майорова Наталья,
Гребенщикова Людмила, Порецков Михаил, Ясенявичине Тамара. Поздравляю тех, кто держит не менее 50 баллов подряд. И то, что вы стали участником еще одной акции. Очень хорошая новость, что у нас подходит к концу уже акция на мультиповар. И много человек уже, 4 человека, уже 8 каталогов выполнили по 100 баллов. И вот-вот скоро им придет последнее слово чудо техники, шикарнейший мультиповар. Конечно, интересно посмотреть, что он из себя представляет. У меня еще один каталог, и потом я тоже буду ждать свой мультиповар. Так что, девочки, поздравляем тех, кто уже выполнил условия на получение подарка, а кто еще чуть-чуть не выполнил, нам с вами это не страшно. И очень интересно, что же нам компания такого приготовит в следующий раз. А следующий раз будет обязательно. Поэтому ждем цифрового форума, когда Алексей Геннадьевич нам обязательно объявит, что же нас будет ждать после мультиповара. Ну и огромное спасибо нашим лидерам. Это те девчонки, которые помогают, которые строят команды, с которыми я могу посоветоваться, с которыми в любое время звоню, так вот такая идея, как вот лучше вот это вот провернуть. Они всегда меня поддерживают, они всегда мне помогают, всегда откликаются. Это наши лидеры, на которых мы все равняемся. И самый молодой лидер — Дедюхина Галина с групповым объемом 242 балла. Галина у нас супер молодец, идет практически по всем акциям, собирает все подарки. Галина, так держать. Вот только так и нужно работать в сетевом, чтобы все подарки, все акции были у твоих ног. Молодец! Еще один наш лидер, молодой, Назарова Татьяна, тоже очень недавно в команде, но уже уверенно идет по маркетинг-плану. И у Татьяны групповой объем 363 балла. Танюша, так держать. Приглашаем дальше, строим свою команду, уверенно идем к нашим результатам. Наш лидер — Подлисецкая Ирина с групповым объемом 635 баллов. Ириночка, мы тебя поздравляем и ждем скорее, конечно, когда будет еще больше. Пшеничная Алена, групповой объем 1629 баллов. На 15% у нас Алена застряла, когда же будет уже больше. Ждем, ждем. Скорей, давайте активней будем работать и приглашать. Наш лидер еще один — Сергеева Татьяна, тоже 1600 баллов, какие-то заколдованные эти 1600 баллов. Тоже у Татьяны в прошлом каталоге было совсем чуть-чуть до 2000 не хватало, в этом каталоге немножечко поменьше. Но у Татьяны очень большой потенциал. Главное — захотеть, взяться и сделать. Почему некоторым людям просто, а некоторым чуть-чуть сложнее? Это, конечно, очень интересный вопрос. У нас компания объявляла акцию для рекрутеров. Кто 3 каталога подряд приглашает не менее 3 человек, новых консультантов, с первым заказом, им компания в подарок дарит вот такой шикарный комплект постельного белья. И почему-то только 4 человека у нас пошли по этой акции. А остальные что? Не хотят такое красивое белье в подарок? Поэтому поздравляю тех, кто получит от компании это красивое белье. Это Сергеева Татьяна, это Дедюхина Галина, это Спиридонова Анастасия, ну и я тоже молодец получу. Поздравляем наших лучших продавцов.
И здесь у нас, как всегда, на первом месте Подлесецкая Ирина с личным объемом 200 баллов. На втором месте Пилтакян Анаит, которая сделала личный товарооборот в прошлом каталоге 165 баллов. И Кузина Екатерина 121 балл. Где-то у нас сошла с дистанции Криворчук Ирина, которая тоже всегда делала хорошие объемы. Здесь у Ирины что-то только 100 баллов и не больше. Почему выгодно делать большие товарообороты? Смотрите, у нас буквально вот вчера закончился марафон по продажам, где мы с вами, кто присутствовал на этом марафоне, кто участвовал в этом марафоне, разбирали выгоды. Выгоды продавцов в сетевом бизнесе. И если брать нашу компанию, наш Faberlic, то делая личный объем 100 баллов, каждый каталог, вы получаете скидкой 26%. Со 100 баллов это 3500 рублей. У нас 19 каталогов, это значит 66 500 рублей в год вы получаете только скидкой. По VIP-программе, по Faberlic-клубу 119 рублей умножить на 19 каталогов. Так, VIP-программа это 70% скидки. Да, мы брали примерно 70% скидки. Ну, допустим, вот я постоянно покупаю коктейль. Он у нас стоит 1799 рублей по цене каталога. VIP-консультант может приобрести один продукт со скидкой 70%. Мне он обходится 780, по-моему, рублей. Но по цене каталога это чуточку больше. Поэтому взяли 119 рублей. Итого 19 361 рубль – это также компания возвращает выгодами VIP-консультантам. По Faberlic-клубу мы просчитали, что со 100 баллов можно выбрать продукции на 800-1000 рублей тоже. Это может быть одежда в пределах 1000 рублей стоимостью, парфюм от 800 до 1000 стоимостью. Мы взяли минимум 800 рублей умножить на каждый период 15 200 рублей. Мы отсюда еще в свой кошелек ложим. Объемная скидка у того человека, который делает 100 баллов, уже от 180 рублей. За 19 каталогов это еще 3000 набегает, 420 рублей. И подарки. Подарки мы даже не стали складывать в кучу. Подарки, то, что дарит компания, они идут у нас особняком. Итого, если сложить все, кроме подарков, доход человека, который делает 100 баллов каждый каталог, 8706 рублей в месяц или 104 481 рубль в год. Когда мы все посчитали, конечно, такая сумма набегает. Но когда тут скидочка, там скидочка, тут подарочек, там подарочек, это проходит незаметно, это проходит не видно. Подарочками воспользовались, скидочками воспользовались, где денежки, непонятно. А денежки-то вот они. Некоторые у нас люди за 8 тысяч работают с 8 до 9 целый день. И получают такие зарплаты. Я, конечно, не буду сейчас говорить, но вы сами прекрасно знаете, какие у нас великие зарплаты есть в стране. Поэтому вот это реальные деньги, которые можно заработать в компании Faberlic, делая только товарооборот от 100 баллов. Если же делать товарооборот от 200 баллов, то, естественно, все удваивается, и доход уже в месяц 17 320 рублей. Если все то, что вы берете продавать, и то, что вы берете для себя, это считать, как будто вы купили по цене каталога, то ваш доход составит 17 320 рублей в год или 207 841 рубль. Можете, кому непонятно,
Кто где-то не видит, где откуда берутся эти цифры, напишите мне, я вам покажу, мы с вами посчитаем. Это скидка, это 70% по VIP-программе, один раз в каталог на начальном этапе. Впоследствии, чем больше у вас VIP-ов, тем больше продуктов можно взять со скидкой 70%, дорогих продуктов, где скидка тоже больше 1000 рублей составляет. И это каждый из 19 каталогов. По Faberlic Club уже 1600, а не 800. Объемная скидка уже не 180 рублей, а гораздо больше. И опять-таки подарочки, которые приятно получать. Подарки, это я считаю вообще халява для нас. Мы делаем свой товарооборот, получаем за это деньги, получаем за это подарки, а нам еще компания дарит еще подарки. Ну, чем не красота? Просто прелесть. Еще интереснее можно предложить вариант, кто любит и умеет продавать белье. К нам присоединилась несколько лет назад компания Флоранс с шикарным бельем нижним. Вот кто умеет продавать нижнее белье, смотрите, какая красивая история получается. Вы делаете женщин красивыми, желанными, одеваете в шикарное красивое белье и продав только 7 комплектов, которые по каталогу стоят 3198 рублей один комплект. Минус скидка, а она у нас 30% с одного комплекта, разница сразу же почти 1000 рублей, 959 рублей скидка с одного комплекта. Смотрите, как классно продавать нижнее белье. Итого получается доход продаж с 7 комплектов в месяц 6000, в каталог даже не в месяц, 6713 рублей. 127 547 рублей в год вы имеете только скидкой. Плюс 10% бонус от Флоранж свыше 6000. Это 1570 рублей в каталог. Плюс 29 830 еще с этой статьи. Объемная скидка 3420 по VIP-программе точно так же, по Faberlic Club точно так же, подарки. Итого, продав в каждый каталог по 7 комплектов, ваш доход составит 195 178 рублей в год. В месяц это 16 247 рублей. Я тут по телевизору недавно услышала, что в Краснодарском крае поувольнялись все врачи, потому что у них зарплата была 17 тысяч. Представляете, врачи, которые и с ковидом, и с чем только не работают. А зарплата такая, что можно продать 7 комплектов белья и иметь никаких проблем и такой же доход. Девочки, представляете? Как выгодно научиться продавать белье. Если у кого-то есть желание, пишите заявочки, рассмотрим. И, конечно же, наши акции. Продолжаем нашу акцию для новых рекрутеров до 9% по маркетинг-плану, кто только приходит в компанию, для них вот такая поддержка. Акция «Приведи подругу». Сделай 25 баллов лично. Помоги подруге сделать первый заказ и получи за одну подругу 300 рублей, за двух подруг 600 рублей, за трех подруг в течение каталога 900 рублей. У нас есть консультанты, которые работают по этой акции и получают дополнительные деньги. Еще раз повторяю, это акция новым рекрутерам, у которых нет еще группового объема 9%. Поддержка новеньким, молоденьким. Приглашаем, растим свою команду, зарабатываем дополнительные деньги. А для всех остальных акция для команды продолжается. Собери слово «жара». Мы уже говорили про эту замечательную акцию. В следующем каталоге начнем уже раздавать подарки. Вы видели список, сколько человек получат уже в следующем каталоге. И еще через каталог те, кто догонят тех, кто начал вперед.
Условие единственное – делать личный объем от 50 баллов. Кто делает 100 баллов, те получают набор из 6 предметов. Кто делает 50 баллов, получают набор из 4 предметов. Поэтому очень выгодно делать большие объемы. Вы получаете деньги, вы получаете подарки, вы получаете признание. Вы отлично работаете. Девочки, у нас с вами 18 августа будет онлайн-встреча с руководством компании. Отличная возможность узнать все новости из первых уст, узнать, что же будет в подарок VIP-консультантам после мультиповара. И я думаю, что еще много новостей компания для нас приготовила. Я всегда люблю узнавать все новенькое из первых уст, не дожидаясь, когда кто-то где-то и там что услышал и расскажет. Поэтому используйте эту возможность быть на цифровом форуме 18 августа. Скорее всего, это будет, как обычно, в 2 часа дня, в 12 часов по московскому времени. И ссылочки вы увидите в ваших кабинетах. Ну, а те, кто любят быть на живых мероприятиях, напоминаю, что у нас будет ежегодное шикарное событие 17 октября в Москве, ВТБ-арена, будет проходить главное событие года, день рождения компании. Это обязательно желательно быть на этом мероприятии. Здесь собираются все крупные лидеры, которые хотят роста, развития, тоже, чтобы посмотреть и послушать с первых уст все, что компания приготовила на длительный период, чтобы обменяться энергией, обменяться опытом, обменяться позитивом. И, конечно же, такие события, они очень значимы. Я, в принципе, стараюсь уже давно не пропускать такие события, потому что приезжаешь оттуда заряженный на 1000 вольт, не на 100%. И еще один день, на следующий день будет очень интересная тоже программа. Это «Непридуманные истории». Замечательная команда лидеров будет выступать и рассказывать о своем пути в бизнесе. С нашего региона наша Татьяна Курячая Любимая будет выступать, наша коллега Руслан Сейтумер, Надежда Карташова, Светлана Нуриддинова, супруга Руслана Сейтумера, Светлана Барагунова, Дарина и Мирлан Батырхановы. Много-много-много-много еще интересных очень личностей, которые действительно очень сильные лидеры, которым есть что рассказать и у которых есть чему поучиться. Будут рассказывать свои истории, как они добились тех успехов, которые имеют сейчас. И действительно эти истории, они восхищают и вызывают желание действовать дальше. Напоминаю о возможности, если у вас не хватает баллов, воспользоваться услугой образовательная программа. И кроме того, я записала видео, приобрела эту образовательную программу вот за 50 баллов, которая стоит 2000 рублей. Очень хорошие 63 видео в этом курсе. Много фильмов, много видео о личностном росте, кому это интересно, можете посмотреть, и также много видео о бизнесе, видео полезные, видео классные. Кто хочет самообразование, пожалуйста, у нас это есть, можно приобрести за 2000 рублей программу максимум 63 видео, можно приобрести за 1000 рублей, вы получите 25 баллов и около 30 видео. И маленькая образовательная программа, где вы получаете за 400 рублей 10 баллов и 10 видео. Видео, еще раз говорю, очень интересные. Я ниже выложу видео и покажу, что находится в этой образовательной программе.
Поэтому имейте в виду, что у нас есть и такая возможность. И еще раз говорю, что этой услугой можно воспользоваться, если вам не хватает до чего-то, до какой-то акции, какого-то количества баллов. По образовательной программе очень дешевые баллы и очень выгодно их покупать. Ну и еще раз о VIP-привилегиях. Мы уже сегодня много говорили о том, что делать 100 баллов выгодно. Вы становитесь VIP-консультантом, вы начинаете получать от компании очень много привилегий. Сразу же с первого каталога у вас появляется, после того, как выполнили 100 баллов, привилегия «Один продукт с 70% скидкой», вот о чем я говорила. Это составляет около 1000 рублей экономии. Любые пробники за 50%, каталоги за 50% стоимости. После трех периодов, как вы держите 100 баллов, являетесь VIP-консультантом, к этим привилегиям добавляется еще скидка 10% при заказе от 150 баллов дополнительная. После того, как вы 9 периодов подряд продержите VIP-уровень, вам становятся возможны за 2 недели до начала нового каталога новинки будущего периода. Представляете, как классно? Кто-то еще каталога не видел, а вы уже можете заказать все новиночки с будущего каталога и начать предлагать их вашим клиентам вперед всех. Это, конечно же, очень-очень классно. Ну и дальше, чем больше у вас VIP-стаж, тем больше у вас добавляется разных привилегий. Допустим, когда вы становитесь VIP-50, то у вас уже два продукта из категории бизнес-инструменты добавляется, плюс к 70% скидкой, плюс к одному продукту. Когда вы становитесь VIP-100, у вас добавляется один продукт с 70% скидкой на одежду и белье. Представляете, пиджак, допустим, который стоит 5000, вы можете взять со скидкой 70%. Ну, подумаешь, всего за 1000 вместо 5. В общем, очень классно быть VIP-консультантом. Ну и в принципе очень классно быть в Faberlic, потому что для самых новых покупателей, которые только что присоединились к компании, в этом каталоге у нас предлагается вот такой набор. Стиральный порошок универсальный, пятновыводитель жидкий и кондиционер для белья с сохранением цвета. Три вот таких топовых продукта идут новым консультантам при заказе от 1499 рублей. Поэтому рассказывайте своим друзьям, знакомым, кто любит средства для дома, могут сделать, зарегистрироваться у вас, сделать заказ от 1499 рублей в ценах каталога и в следующем каталоге получить вот такой замечательный подарок. И еще у меня такое сообщение. Девочки, я тут была на очень классном обучении. Я, в принципе, постоянно нахожусь в одном или двух обучениях и услышала потрясающую информацию, совершенно новую подачу бизнеса Faberlic. Скажите, пожалуйста, у кого есть затруднения, как предложить бизнес кому-то? Кто хочет попробовать это на себе и получить скрипт консультации, пишите в личку, мы договоримся о времени. Потому что это действительно очень удобно, это современно, это надо использовать. Жду ваших заявок на консультацию, чтобы освоить новую подачу работы в бизнесе. Ну и напоминаю, у нас уже прошло два марафона. Прошел марафон по рекрутингу, в котором были потрясающие результаты. В наших марафонах участвует около 100 человек. В марафоне по рекрутингу у нас было более 400 регистраций, и из них более 200 регистраций было с заказами.
Это такие были результаты марафона по рекрутингу. Вчера у нас закончился марафон по продажам, и прирост участников марафона составил 1789 баллов. Это тоже очень классный прирост. Мы услышали очень много добрых слов в свой адрес. И, конечно же, после таких слов хочется еще больше делать мероприятий. И у нас в планах уже еще один марафон. Пока тему не скажу, она находится в секрете. Но там точно будет глава о работе в соцсетях. И, скорее всего, этот марафон будет направлен на рост лидеров, на рост в вас лидерской позиции, потому что вы все уникальные, вы все молодцы, вы все лидеры в душе, но вы должны сами в это еще раз поверить. Поэтому пока тему не говорю, но с 1 сентября, скорее всего, будет супер новый, супер шикарный, еще более полезный, интересный марафон, чем два предыдущих. И кто включится в эти марафоны, я думаю, что результаты будут такие же классные, как у участников предыдущих двух марафонов. Ну и напоминаю про нашу стартовую программу. Вот не поменяла тоже здесь первый шаг. У нас набор косметики для дома в этом каталоге. И напоминаю вам, что стоимость всей программы около 10 тысяч рублей. Если делать каждый каталог заказы более 5 тысяч рублей, то все наборы, которые вы видите на картинке, вы можете получить всего за 798 рублей. Это 3 парфюма, это набор для дома, это базовый уход за кожей на ваш выбор, это набор декоративной косметики, это еще один набор из 5 предметов по уходу за домом, это набор для, по уходу за кожей из серии «Эксперт». Это шикарный набор декоративной косметики из очень дорогой серии Secret Story. И последний шаг стартовой программы — это 2 парфюма на выбор и гели для душа парфюмированные вы можете подобрать в том же аромате. Если вы будете делать около 2500 рублей заказы, вы тоже будете участником стартовой программы. Единственное условие здесь — делать заказы не менее 2500 рублей и не пропускать, то все вот эти наборы достанутся за 2392 рубля. Согласитесь, 10 тысяч и 2392 рубля — тоже разница существенная. Поэтому по стартовой программе идти очень выгодно. И те, кто проходят стартовую программу, у них остается еще одна замечательная программа — Faberlic Club. Здесь тоже одно единственное условие — не пропускать и делать каждый каталог какой-то небольшой заказ. Если вы пропускаете, то баллы предыдущего периода у вас начинают сгорать. Поэтому делаем заказы, хотя бы небольшие, если не получается сделать большой заказ. Но, естественно, чем больше ваш заказ, тем больше бонусов вам добавляется, потому что за каждый балл, сделанный по этой программе, вам дается балл подарочный. Вы их можете тратить сразу, вы их можете копить и обменивать впоследствии на очень дорогие подарки. Здесь есть и одежда, здесь и продукция Денос. То есть вы можете здесь обменять ваши накопленные баллы на все, что вам хочется. И даже иногда на то, что денег жалко. Поэтому эта программа очень выгодна. Если вы делаете каждый каталог 50 баллов, то
по 50 баллов будет добавляться. Если вы делаете по 100 баллов, то будет по 100 баллов добавляться каждый каталог, и можно накопить очень-очень быстро. Напоминаю, также для новых консультантов у нас в компании есть канал в Telegram и плейлист на YouTube, который называется «Про инструменты Faberlic». Лига предпринимателей записала цикл вебинаров, цикл видео. Они очень коротенькие, но очень информативные. Здесь вы можете найти такие блоки, как инструменты от компании, которые нужны вам для работы, где брать лендинги, где брать цифровые каталоги, как ими пользоваться, где брать корзины потребительские с фотографиями для ваших клиентов, как пользоваться мессенджерами, как настроить автоматические инструменты информирования сопровождения, как работать в соцсетях, дополнительные инструменты для работы, платные способы рекламы. Это всю информацию вы можете найти бесплатно на канале Telegram, который так и называется «Про инструменты», и в плейлисте на канале YouTube, который находится на официальном канале Faberlic TV. Кто еще не видел этих видео, обязательно посмотрите. Это будет отличным подспорьем вам для работы. Ну и на этом я заканчиваю свою презентацию. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо вам большое за работу. И удачного нам всем 12-го каталога. Если у кого-то остались какие-то вопросы, кто-то что-то недопонял, вы прекрасно знаете, что я всегда на связи. Люблю, целую, ваша Сафронова Ольга.